Шаббат шалом всем. Шаббат шалом лекулам. Сегодня мы читаем главу, недельную главу Ре. Айом нахну кораим эт парашат ашаву Ре. Она начинается с Второзакония, 11 глава, с 26 стиха. И матхила бесефер дварим, перек юдалев, пасук 26. Давайте прочитаем с 11 главу, с 26 по 28 стих. Бо никра ме 26 ад 28. Вот я предлагаю вам благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которые вы не знаете. В Библии есть очень много мест, в которых указывается наказание за нарушение тех или иных заповедей. בתורה יש הרבה מקומות שכתוב שמסופר שם על עונשים על הפרה של מצוות. Также очень много мест есть, которые описываются наоборот поощрение за исполнение тех или иных заповедей. וגם להפך יש הרבה מקומות שכתוב שם על על משהו טוב שיקרה כשכן נקיים את המצוות. אבל אם נסתכל בנראה בפסוקים האלה, אלוהים מציע לנו את הברכה ואת הכללה כמו מין בחירה. הנה אני מציע לפניכם היום ברכה וכללה. הוא לא נותן לנו תנאים, הוא מציע לנו בחירה. ישוע מדבר במתי פרק 12, פסוק 29 עד 30. заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единым, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоей, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Первая заповедь указывает нам, что нужно нам для нашего же блага. המצווה הראשונה מראה לנו מה אנחנו צריכים בשביל שיהיה לנו טוב. Здесь написано: слушайте Господа вашего и возлюбите его всем сердцем. Тут возлюбите всем сердцем и слушайте Господа вашего. אהבו את אלוהים בכל הלב שלכם ותקשיבו לו. Далее Псалтырь 36, 5 стих. Лахар микен тахилим. Предай Господу путь твой и уповай на Него. Это перек 37, пасук 5. Гол ал Адонай даркеха, уптах алав, вху ясе. То есть для нашего же блага мы должны уповать на Бога и следовать пути, которым Он здесь нам говорит, о котором Он заповедует. לכן, לטובתנו, אנחנו צריכים לפתוח באלוהים וללכת בדרך שהוא מראה לנו. Он нам заповедует, это и есть те заповеди. Он нотен нам мицвот. И если мы вернемся чуть-чуть назад, исход 24-12 стих. ואם נחזור טיפה אחורה, исход שמות, 24-12 стих. פרק 24, פסוק 12. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Mm-hmm. Бог нам дал заповеди не для того, чтобы что-то нам запретить или в чем-то нас ограничить. Элоим нетан нам это митцвот ло кдей ласор алейну машу, ло кдей лагбил отану. Он нам дал их как учебник, как план благословенной жизни. У нетан нам кмо сефер лимуд. Написано: «Я написал для научения их». זו תוכנית לימוד, זה כתוב, אני כתבתי כדי ללמד אותם. Теперь давайте задумаемся сами. Какое мы испытываем чувство, если мы человеку на кого-то обижены или на кого-то злы? בואו נחשוב רגע. איזה רגש אנחנו מרגישים כשאנחנו נעלבנו על מישהו?
Нам приятно, у нас аж мурашки такие, или нам все-таки неприятно, и нам что-то внутри нас гложет. נעים לנו וכזה טוב לנו, או שבעצם לא טוב לנו ויש לנו דאגה בפנים. На самом деле не очень, правда, приятное чувство? לא כל כך נעים. Но Бог нас предупреждал. Евангелие от Марка, 12 стих, 31, 12 глава, 31 стих. אבל אלוהים הזהיר אותנו. את מרקה? את מרקה, 12:31. מרקוס, פרק 12, פסוק 31. Возлюби ближнего твоего, как самого себя, себя. Иной больше сей заповеди нет. ואהבת לרעך כמוך, ואין מצווה גדולה מאלה. Бог не сказал, будь на него злой, будь на него обижен. אלוהים לא אמר, תהיה, תכעס עליו, תעלב עליו. Он сказал, возлюби. הוא אמר, תאהב אותו. А какое чувство мы испытываем, когда мы любим? ואיזה רגש אנחנו מרגישים כשאנחנו אוהבים? Приятное, правда? רגש טוב, נעים. Если мы хотим выучить, допустим, какой-то язык, то мы выбираем самого лучшего учителя, мы ищем в интернете, выбираем самого-самого лучшего. Чтобы преуспеть в этом изучении, обучении. Так и здесь. Если мы желаем счастливого, счастливой жизни, благословенной жизни, אם אנחנו רוצים חיים טובים, חיים מבורכים, то мы должны выбрать наилучшего учителя. אנחנו צריכים לבחור במורה הכי טוב. Который разбирается в данной теме. מורה שמבין בתחום הזה. Исследовать его наставления. ללמוד את המצוות שלו. И само собой не забывать делать домашние задания. וכמובן לא לשכוח לעשות שיעורי בית. Поэтому, так как здесь написано, мы не должны тяжело работать, чтобы соблюдать заповеди, за это Бог нас будет благословлять. Само исполнение этих заповедей само по себе является благословением. Это дает нам покой в сердце. И наоборот, нарушение их, это не означает, что мы сегодня нарушим и завтра нас накажут. Так же самое, такая жизнь, когда ты обижаешься, когда ты всех ненавидишь, когда ты всех не любишь, это есть само по себе проклятие. כמו בחיים, כשאתה נעלב על מישהו, זה עצם הדבר הזה, זה כללה בשבילך. Давайте представим, если все люди на земле вдруг станут жить по заповедям, בואו נתאר לעצמנו מקרה שכל האנשים בעולם התחילו לחיות לפי המצוות. В этом мире, в принципе, даже не понадобится и полиция. בעולם כזה אפילו משטרה לא צריך. Это будет мир счастливых, идеальный мир счастливых людей. זה יהיה עולם של אנשים מאושרים. Бог дал нам выбор. אלוהים נתן לנו בחירה. Жить, соблюдая заповеди, и при этом получать благословение. לחיות ולקיים את המצוות ועצם כך לקבל את הברכות. Или жить, нарушая их, и при этом быть несчастным. או и לחיות, получать проклятие. או לחיות ולא לא לקיים את המצוות ועצם זה לחיות בכללה. Из каждого события в жизни мы извлекаем или вред, или пользу. מכל דבר בחיים אנחנו לוקחים או טובה או רעה. Например, в каком-то городе после захода солнца. לדוגמה, בעיר כלשהי אחרי שהשמש שוקעת. Стоит человек, и мимо него проходят два других человека. עומד בן אדם ולידו עוברים עוד שניים. Первый подумал и продумал и прошел и подумал про себя. Наверное, этот человек что-то хочет украсть. הראשון עבר וחשב לעצמו, בטח הבן אדם הזה הוא גנב, הוא רוצה לגנוב משהו. Другой просто подумал, наверное, он ждет своего товарища. והשני חשב, כנראה הוא פשוט מחכה לחבר שלו. Они оба не знали его. הם שניהם לא הכירו אותו. Но один без причины просто его осудил. אבל אחד האשים אותו בלי סיבה. А второй как бы прошел мимо него и подумал о нем что-то хорошее. והשני, כשהוא עבר לידו, חשב עליו משהו טוב. Это на самом деле очень такой грубый пример.
זאת דוגמה מאוד אגרסיבית. Но на самом деле этот выбор мы делаем каждый день по нескольку раз. אבל בעצם אנחנו עושים את הבחירה הזאת כל יום כמה פעמים. Мы выбираем или кого-то осуждать беспричинно или причинно в своем сердце быть злым, быть обиженным. אנחנו בוחרים האם להעלב על מישהו, האם לכעוס על מישהו בלי סיבה. И страдать от проклятия. ולסבול מהקללה. Потому что это все вызывает негативные чувства. כי כל מקרה כזה מאיר רגשות נגטיביים, שליליים. Или наоборот, прощать всех, уважать всех, и в этом получать благословение. או להפך, לסלוח להם ולכבד אותם, ובעצם זה לקבל ברכה. Я предлагаю каждому попробовать такой эксперимент. ואני מציע לכל אחד מכם לנסות ניסוי. Выбрать какой-то день в своей жизни. לבחור יום אחד בחיים שלכם. И сосредоточиться полностью на соблюдении всех основных, допустим, 10 заповедей. ולקיים את כל 10 המצוות. Отбросить все обиды на ближнего. כן, לזרוק הצידה את כל ה... אלבונות על החבר. Конечно, я не говорю о таких заповедях, как не убей, не укради и так далее. אני כמובן לא מדבר על לא תרצח, לא תגנוב. Я говорю о таких, чтобы не завидовать, не клеветать. אני מדבר על מצוות כאלה, כמו לא להאשים, לא לקנא. Я уверен, что в конце дня, ложась спать, ואני יודע שבסופו של היום, כשאתה הולך לישון, вы испытаете легкость в сердце. אתם תרגישו קלות בלב שלכם. Это и есть то самое благословение, которое Бог предлагает нам. זאת הברכה שאלוהים מציע לנו. Всем спасибо, будьте благословены. תודה לכולם, תהיו מברכים.